что мера вероятностная, это я в прошлый раз уже начал говорить, но это давно уже было, значит, вероятностная мера мю на РН гауссовская, если ее преобразование Фурье, которое вот такой вот формулой дается, имеет вид вот такой вот. Значит, где А вектор? Квадратичная форма. Ну и этот вектор А, он задается вот таким вот условием. А оператор, оператор эволюционный, значит, задается, ну, в частности, его квадратичная форма может быть получена вот из такого равенства. Ну и обратно, если данный, значит, понятно, что этот оператор из этого равенства, видно, что он не отрицательный, ну или там говорят, не отрицательно определенный, то есть его квадратичный, он симметричен, но это очевидно из формулы. И понятно, что его квадратичная форма не отрицательная. Ну и обратно, по таким двум объектам сдается мера. Значит, ну, образ стандартный гауссовской меры. Ну, стандартная, когда А равно нулю и К единичная операция. Значит, при отображении, при таком аффинном отображении, случайный вектор. Сильнее, чем отдельная гауссовость компонент. Вот в качестве упражнения полезно уметь переводить пару гауссовских случайных величин, для которых вектор не будет гауссовским. Значит, тут не только единичные эти гауссовские, но еще линейные комбинации. Это более сильное требование. Значит, это все делается довольно просто. Это полезно уметь проделывать в качестве упражнения с помощью вот этого характеристического функционала преобразованного Фурье. Вот теперь гауссовский процесс – это непосредственное обобщение вот этого, значит, определения. Значит, случайный процесс с каким-то временем t гауссовский. Если все конечномерные распределения гауссовские, ну и понятно, что это равносильно тому, из вот этого замечания
что все вот такие линейные комбинации, гауссовские случайные величины. Совершенно прямолинейное обобщение вот этого определения, в котором ну, фактически время конечно. Теперь этот процесс, гауссовский процесс, однозначно в смысле, что его распределение конечномерное однозначно определяется среднее, давайте будет, ну скажем, n от f, это мы ожидаем, все от f, такой функции средней, и корреляционной функции. Ну еще ее называют иногда ковариацией или корреляционной функцией. Терминология такая не вполне устоявшаяся. Значит, корреляционная функция – это функция двух переменных, и это просто ковариация вот этих, ну, коэффициент корреляции вот этих двух гауссовских случайных величин. Значит, давайте посмотрим, почему это так. Ну, это так, потому что речь идет о конечномерных распределениях, то есть мерах на РН. А гауссовская мера на РН, как мы видели, определяется своим средним и ковариационным оператором. Поэтому это, так сказать, ничего нового, это просто констатация вот такого конечномерного факта. Теперь вот эта функция, ковариационная функция, она неотрицательно определена. А вот в каком смысле? Ну, в смысле неотрицательной определенности матриц. Значит, это означает, что вот такие вот всевозможные формы оказываются неотрицательными. Ну, откуда это видно? Давайте посмотрим, откуда это получается. Но для этого нужно просто понять, что это за выражение такое, откуда оно взялось. Так более-менее понятно, что если что-то неотрицательно, то это, скорее всего, из-за того, что оно чей-то квадрат. Так? Но чуть более, так сказать, тонкое наблюдение в этом направлении, это когда это интеграл чего-то неотрицательного. Смотрите, что будет. Значит, если взять вот такую вот сумму, значит, вот такую вот сумму взять, возвести ее в квадрат и взять матожидание.
ну и раскрыть, как там полагается, когда, значит, вот если еще не забыли, как там полагается раскрывать квадрат суммы, то вот должен получиться параллельный ответ. Но я не рискую раскрывать, поскольку я уже давно в этом тренировался, но вот попробуйте. Вот, вроде бы, так сказать, получается вот то, что там написано. Это дает и обратную импликацию, а именно верна такая теорема, последствия теоремы Холмогорова. Значит, если n, значит, произвольная функция, на множестве в этом параметрическом t. Так. Отлично. Ага. Так, значит, смотрите, значит, и дана функция неотрицательно определенная на t на t, то существует гауссовский процесс со средним, m, ну, вот этой функции t, и, значит, ковариацией k. То есть по двум таким объектам от первого вообще ничего не требуется, а от второго требуется вот неотрицательная определенность вот в этом смысле. Значит, это простое следствие теоремы Холмогорова. Значит, доказательство. Значит, проверяем согласованность конечномерных распределений с помощью следствия теоремы Холмогорова в терминах преобразования Фурье. Так. Значит, смотрите, у нас что есть? Значит, у нас есть конечномерные распределения. P, T1 и так далее, P, Tn, с Фурье вот такого вот вида, значит, экспонента, значит, сумма уже от единицы до n, значит, вот так, значит, это выражается. Значит, а здесь будет стоять, значит, k t g t k t k t y g t y k t. Вот такое вот Фурье. Так, и нам нужно, чтобы ограничение значит, что нам нужно? Значит, нам нужно, чтобы ограничение
на ym равное нулю совпало с тем, что дается без y m-того. Без, простите, не y m-того, без t m-того. Значит, если убрать из этих точек t1, tn, убрать tm, то получится аналогичное выражение. И нужно, чтобы оно совпало с тем, которое здесь получится, если ym взять равным нулю. Но очевидно, что так оно и будет. Так, значит, так оно и будет. Поэтому здесь, видите, абсолютно ничего не требуется. Но, конечно, нечто требуется. Это положительная определенность вот этой функции k, ts. Это, конечно, убрать нельзя. Но в остальном, видите, абсолютно ничего не требуется. А теперь давайте посмотрим, когда есть процесс, значит, что нужно, тем самым теорема доказана, значит, что нужно, чтобы был гауссовский процесс с независимыми превращениями. Давайте такой вопрос поставим. Значит, здесь пока что абсолютно общая ситуация. Значит, t было абсолютно произвольное непустое множество. Но когда начинается разговор про независимые превращения, то здесь t, значит, это часть r, ну, как правило, у нас это отрезок неотрицательный или луч неотрицательный, и даны бывают, значит, фи, значит, фи t, фи s, фи s t, это фурье разности. Когда s меньше t. Так. И вот у нас в этих терминах было, у нас был критерий. Так, значит, был критерий. Значит, некое соотношение должно выполняться вот на такие. А именно, когда вы умножите, когда вы возьмете, значит, вот так, значит, промежуточную точку и умножите вот это на это, то должно произойти, значит, сокращение U должно быть вот так. Давайте, значит, рассмотрим ситуацию, когда... чтобы упростить немного дело, давайте возьмем ситуацию, когда среднее 0. Ну, понятно, что общий процесс получается просто добавлением некой функции, не случайной, к процессу с нулевым средним. Значит, поэтому большинство вопросов про гауссовские меры, решаются для... центрированных процессов. Так, значит, тогда получается, значит, тогда остается только вот эта функция двух переменных. А? Что берем? Для упрощения дела. Ну, чтобы процесс стал центрированным, чтобы не возиться еще со средним. Ну, просто чтобы упростить немного, чтобы параметров стало меньше. Потому что... А?
Нет, это на корреляцию не повлияет, но это, конечно, повлияет на так сказать, на превращение, это, конечно, повлияет. Поэтому на что не повлияет? На независимость превращения не повлияет, да. Ну да, но на распределение повлияет. Но просто чтобы упростить вычисления немножко. Ну и, так сказать, чтобы менее громоздкие были выражения. Значит, смотрите, тогда для центрированного процесса только вот эта функция, значит, есть, да? И давайте посмотрим, значит, какое распределение у разности. Так, значит, какое распределение разности. Так, ну когда S меньше, чем T. Давайте посмотрим, как его вычислить. Ведь вот эта штука, это Фурье, да? Можно написать так, что фи от S, T от Y, да, это E в степени минус 1 вторая, дисперсия, значит, y квадрат, тут будет и, значит, дисперсия, так, сигма ст, так, значит, сигма ст, значит, это дисперсия, то есть это вот эта вещь, так, вот, видите, что получается, значит, вот такая вещь получается, дисперсия. Значит, как она выражается через ковариационную функцию? Значит, тут нужно раскрыть квадрат, да? Значит, нужно раскрыть квадрат. И смотрите, что получится. Получится k от t, t плюс k от s, s и минус 2k s, t. Так? Значит, вот получается, получается такой ответ. Да? Смотрите, когда мы будем подставлять, вот давайте это сюда подставим. Так? Что здесь происходит? Здесь перемножаются какие-то экспоненты. Так, и тут какая-то экспонента. Но когда, значит, экспоненты перемножаются, то у них вот эти вот складываются. Так? И поэтому смотрите, какое соотношение получается вот здесь. Тут на доске как раз удобно, можно мелом вписать. Смотрите, какое соотношение получается. Получается так. Давайте я сначала перепишу в терминах просто дисперсий, СУ плюс сигма У плюс сигма, значит, У Т, это должно быть равно сигма СТ. О, видите? Вот в терминах, дисперсий, а дисперсии вот так выражаются через ковариационную функцию. Так. Давайте посмотрим, что это дает-то. Давайте посмотрим, что это дает. Вот это соотношение. Некое соотношение на дисперсии, которое вот по той формуле что-то дает. Да? Если подставить в эту формулу вместо вот этих сигм, поставить ковариационную функцию, у вас получится некое соотношение на ковариационную функцию. Так? Теперь давайте мы сделаем еще одно упрощение, которое, конечно, не всегда можно делать, но мы предположим еще дополнительно. То есть, если больше ничего не предполагать, то вот у вас
получается критерий независимости превращений гауссовского процесса. Ну, тут он коротко написан в терминах дисперсии, но ну вот, если вы сюда это подставите вместо дисперсии ковариационную функцию, ну, у вас немножко более длинное соотношение получится. Ну, в нем что-то сократится, да? Ну, посмотрите сами, что получится, если сюда подставить вот такое соотношение, ну, естественно, для каждой пары. Так. А тут, конечно, кое-что сократится, потому что тут будет квадрат этого, и тут будет квадрат этого. А, значит, тут будет квадрат этого, и тут будет квадрат этого. Так? Но здесь еще, видите, квадрат с у, которого там нет, так, в правой части. А, но зато еще будут их ну, вот такие вот, значит, попарные будут. Так что, ну, будет некое соотношение, посмотрите, что получится. Но чтобы получить нечто более осязаемое, то мы предположим еще, что k от st – это функция разности. Ну, давайте будет функция пси какая-то. Пси от t минус s. Так. Значит, пусть... Значит, это функция двух переменных. Так. Ну, вообще говоря, она ни с какой стати не обязана быть функцией от разности. Но мы знаем, что у винеровского процесса... Так. У винеровского процесса... Например, значит, винеровский процесс, он нам дает вот такую функцию. Сейчас, только я нехорошо сказал. Дайте я посмотрю, как я тут хотел сказать. Не k от s, конечно. Я вижу, что-то я ерунду написал. Не k от s, конечно, а сигма. Сигма вот это. K от s, конечно, не может зависеть. Ну, то есть может, но это будет очень выраженная ситуация. Я смотрю, что-то у меня странно получилось. Вот так. Вот. Пусть вот так будет. А вот у винеровского процесса как раз вот это s от t будет равна t минус s. Вот так будет. Вот. Сигма не k, а сигма должна от разности зависеть. Так? Это какое-то такое разумное, так сказать, условие, значит, раз есть процесс, который этому удовлетворяет. Тогда смотрите, что здесь получится. Вот это нижнее, я прям под ней напишу. Получится вот что. Пси от u минус s плюс пси от t минус u должно равняться пси от t минус s. Так, видите, вот какое соотношение. Значит, как это еще по-другому можно сказать? Значит, иначе говоря, это можно так переписать. Давайте сделаем аргументом v, а вот это сделаем аргументом дубль v. Значит, вот это стало v, а вот это стало дубль v. Так? И кто здесь тогда стоит? Здесь тогда стоит их сумма. О, видите? Вот такое соотношение, видите, получилось.
такая вот аддитивность функции пси получилась. Так? А вот если таких функций много, но если пси непрерывно, ну или измеримо по Лебегу, то пси будет обязательно k умножить, ну вот линейная такая функция будет обязательно, других нет решений. Видите, значит, вот у этого уравнения в классе произвольных функций решений очень много. Ну и они, так сказать, ну в общем, необозримо много. Но если на решение наложить, ну, довольно-таки разумное ограничение, что оно хотя бы измеримо по Лебегу, а не абы какая функция, то оказывается класс решений резко сокращается. Получается фактически, что с точностью до множителя с таким условием есть только винеровский процесс. Так. Значит, вот при k равном единице получаем винеровский процесс. Так. Значит, вот это дает также его существование. Потому что можно в обратную сторону пойти. У нас же это все были равносильные условия. Можно пойти назад и взять винеровский процесс. Ну, то есть взять вот такую функцию и сказать, ага, она удовлетворяет этим условиям, значит, есть для нее соответствующий процесс. Ну, вот он как раз и будет винеровским. Правда, в нашем определении от винеровского еще была просьба о непрерывности траекторий, но, как мы видели, это автоматически вытекает для модификации процесса, так что тут важно просто получить какой-то процесс с данными конечномерными распределениями, какие мы хотели от винеровского процесса, а непрерывность траектории, она уже отдельно появится. Поэтому, видите, вот, значит, вот еще один способ. Ну, он не сильно, конечно, отличается от того первого. Тот первый был просто предложение непосредственно проверить выполнение теоремы Колмогорова для ожидаемых конечномерных распределений. Это, ну, надо признать первым способом. А это, ну, так сказать, видите, тут вообще практически ничего не надо считать, кроме того, что только заметить, что вот для винеровского процесса вот благодаря этим всем ситуациям вот, ну, выполнено нужное тождество, потому что для него вот такое равенство ожидается, и все. И больше ничего уже проверять не надо. То есть тут вычисления сведены к минимуму. Ну, в общем, я бы даже сказал, что их практически нет. Но, правда, так, если оглянуться назад, то видно, конечно, что часть этих вычислений просто запрятана была, ну, в другие места, вот там, где мы проверяли с помощью следствия теоремы Колмогорова существование гауссовского процесса. Потом вот здесь мы некие манипуляции производили с преобразованиями Фурье и с дисперсиями, и там тут тоже были какие-то мелкие вычисления. Так что, конечно, так по-честному это абсолютно никуда они не делись, но вот конечное вычисление, видите, получилось очень простое. И смотрите, что еще знаменательно. Получилось у нас вот из этих наших рассмотрений получилось следующее, что если у нас процесс гауссовский с независимыми приращениями, да еще вот такой вот, ну как бы они еще стационарные, эти приращения, то есть вот эти дисперсии зависят только от разности, то такой процесс, он есть винеровский, и фактически он один, всякий другой получается умножением этого процесса на константу. Так что, видите, у нас еще такая получилась характеризация уникальности винеровского процесса. Но мы дальше увидим, что винеровский процесс, он еще там в разных
ипостасях тоже уникальны. Вот получается так, что если на процесс наложить несколько, так сказать, никак с друг с другом не связанных условий, то очень часто он оказывается именно винеровским. Вот всякие комбинации условий, там, связанные с мартингальными свойствами, там, с марковскими свойствами, еще какими-то. Вот всяких процессов много, но как только мы изучаемые свойства начинаем требовать одновременно, так зачастую оказывается, что только винеровский процесс и годится. Так что в этом еще его уникальность. Так, теперь несколько замечаний уже отдельно про винеровский процесс. Значит, вот он у нас появился, уже можно сказать, двумя способами. Давайте такой пример. Вот такая функция, давайте возьмем вот такую функцию. K от TT тождественно равна единице, а K от ST 0 при S не равном t. Такая вот очень, видите, очень вырожденная такая функция. На диагонали единица, вне диагонали 0. Ну, можно проверить, что она не отрицательно определенная. Это соответствует гауссовскому процессу с независимыми значениями. То есть все, значит, вот эти попарно независимы, вот такие вот тоже независимы. Такой, так сказать, базовой теории вероятностей последовательность независимых случайных величин – это один из таких фундаментальнейших исходных пунктов, потом с ним что-то дальше происходит. Но последовательность независимых гауссовских случайных величин – это нечто такое очень стандартное и классическое, с чего многое начинается. Значит, если на это посмотреть на процесс с натуральным временем, то вот как раз получается вот такая ситуация. Но вот если время не натуральное, а непрерывное, то, как ни странно, вот такой прямой аналог последовательности независимых случайных величин в приложениях не возникает. То есть, видите, теоретически процесс-то есть, но только почему-то нет разумных задач с ним связанных. Вот когда время натуральное есть, множество разумных задач, но как только время становится континуальным, почему-то вот такой процесс, хоть он и есть, он куда-то пропадает. Нет разумных примеров, там, физических или иных. А винеровский процесс, он как раз очень разумный, всюду возникает, но у него значения как раз-таки зависимые, у него приращения независимые, а вот сами значения у него в высшей степени, так сказать, зависимыми оказываются. Появляется отличие времени счетного от несчетного. Я на это хотел обратить внимание. Теперь некоторые дополнительные свойства винеровского процесса. Дополнительные свойства винеровского процесса. Первая важная теорема. Как его можно еще третьим способом получить? Пусть ксиэнные независимые стандартные гауссовские случайные величины. И пусть EN ортонормированный базис L2
ну, на отрезке на каком-то там от 0 до t. Так. Значит, вот мы хотим на отрезке с помощью этих объектов построить винеровский процесс. Оказывается, его можно задать явной формулой такого, ну, так сказать, на первый взгляд, довольно-таки простого вида. Значит, тогда ряд, вот такой вот ряд, значит, это, значит, где фи-энные, это первообразные от этих е-энных, а сходятся равномерно при почти всех омега. То есть, видите, этот ряд – это функция двух переменных. И вот утверждается, что если омега зафиксировать, то он будет сходиться равномерно. Но только так будет не для каждого омега, а для почти всякого. Так? Значит, и его сумма, значит, и результат, который получится, винеровский процесс. Вот это довольно удивительное явление. Особенно удивляет здесь то, что неважно, какой ортонормированный базис вы взяли. Ну, например, можно взять базис тригонометрический, например. Ну, или еще какой иной вам. Абсолютно это не важно. И что еще характерно, в общем-то, для любого базиса доказательство сходимости трудное. Ну, для некоторых чуть-чуть легче, но вот ни для какого базиса доказательство этой теоремы не становится простым. Вот, ну, это нужно знать как, просто как полезный факт. Вот, теперь еще пара замечаний. Значит, еще одна теорема. Значит, пусть альфа, значит, это число меньше 1/2. Тогда существует случайная величина c альфа от омега, значит, такая, что кси от t от омега минус кси от s от омега оценивается через c от альфа, значит, от омега на t минус s в степени альфа. Значит, это почти всюду, значит, при почти всех омега и сразу для всех t. Или можно взять модификацию процесса, у которого так будет для всех омега и для всех t и s. То есть что оказывается? Оказывается, что процесс, что траектории процесса гёльдеровские, порядка альфа. Так? Но альфа не какое угодно, а почему-то меньше 1/2. Так. Ну, почему не годится 1/2? Это более-менее понятно. Ну, 1/2 и больше. Значит, почему не годится 1/2 и больше? Ну, потому что если вы возьмете t плюс дельта минус, ну, вот так возьмете вот такую вот штуку и поделите на корень из дельта, так, то это получится стандартная гауссовская, так, величина. Из этого можно извлечь, что вот для альфа равно 1/2 это не пойдет. Но в качестве упражнения, вот докажите, что, вот используя это замечание, докажите, что альфа равная 1/2 или больше в этой теореме не годится. Ну, в частности, конечно, траектории не являются липшицевыми, но тут даже с траекториями даже немножко хуже насчет липшицевости. Траектории, значит,
Значит, еще одна теорема, которую нужно знать просто как, ну, полезно, не то, что нужно, полезно знать как факт. А, значит, почти все вот такие вот траектории, почти все траектории, не имеют точек дифференцируемости. И обладают неограниченной вариацией на всяком отрезке. То есть вот, значит, гёльдеровость есть, а дифференцируемости нет, и ограниченности вариаций тоже нет. Ну, вот то, что в отдельно взятой точке нет дифференцируемости, это довольно очевидно, потому что если вы зафиксировали t и уже поделили на корень из t, это уже у вас получилось стандартное гауссовское. А если вы еще додавили еще одним корнем, чтобы получилось разностное отношение, то у вас получилось, что вы стандартную гауссовскую делите на очень что-то маленькое. И когда это маленькое идет к нулю, это будет идти... Ну, в общем, никакого предела разумного не будет. Но в теореме утверждение более сильное. Не то, что в каждой отдельной точке нет дифференцируемости, а то, что вот вы взяли выборочную траекторию, и у нее вообще не будет точек дифференцируемости. То есть это какая-то такая очень странная, вроде бы физически наблюдаемая траектория, у которой некоторая регулярность есть, а вот типа, значит, гёльдеровости. А дифференцируемости нет. Ну, правда, у этой траектории есть такая более слабая дифференцируемость, такая дробная дифференцируемость. Они вот там принадлежат вот некоторым так называемым классам Бесова функций дробной дифференцируемости. Но вот такой честной дифференцируемости нету. Ну и, наконец, последнее. Так, значит, последнее ли? Значит, что я еще хотел сказать? Значит, винеровский процесс, это еще одну теорему привести, тоже без доказательства, но очень полезную. Она выглядит элементарно, но доказывается, ну, я бы не сказал, что уж очень элементарно, но вот можете подумать, как ее доказывать. У вас, наверное, дискретный какой-то такой, вернее, не дискретный, а вариант с дискретным временем, наверное, этого был. Значит, теорема такая. Значит, с вероятностью единица верны вот какие равенства. Ну, во втором из этих равенств процесс надо взять на всей полуоси. Значит, тут верхний предел. Значит, это называется закон повторного логарифма. То есть, видите, тут не пределы, а верхние пределы. Значит, это говорит о том, как себя траектория ведет на бесконечности и в нуле. Значит, вот два таких предела равны по единице. Ну, между ними связь, этими пределами есть, но это в данном случае нам не важно. Вот полезно знать, что, видите, такое некоторое такое асимптотическое поведение процесса в нуле и на бесконечности. Но это, вот еще раз подчеркну, что это не предел, а это верхний предел. Значит, верхний предел ответственен, ну, как бы за максимальную осцилляцию. Так, и вот, значит, когда какая-то иррегулярная, значит, траектория как-то осциллирует, то, ну вот, можно там, она, значит, ну так, условно говоря, вот, ну вот картинка примерно такая. Значит, у вас какая-то функция есть, ну вот какая-то вот такая регулярная функция, а
случайная и регулярная траектория, она вот как-то вот так себя ведет. Так, значит, ну, это вот в нуле. Так вот, видите, значит, получается, что ну, процесс он симметричный, он положительный, отрицательный, тут модуль поэтому стоит. И поэтому в нуле, видите, значит, эта траектория, она как-то идет в ноль, ну так очень нерегулярно, осциллируя, и вот как бы зажата, ну зажата это только не совсем правильно, потому что я так нарисовал картинку, как будто она правда зажата, но это на самом деле реальная картинка не такая. Это, видите, это всего-навсего говорит про ну, верхний предел, это значит, что ну, эта штука выскакивает за эти границы, так? Но, ну, так сказать, ну, условно говоря, ну, все меньше и меньше. Так? Поэтому вот картинка не соответствует точному утверждению. Так? Ну, вот, так сказать, примерно передает дух осцилляции. Ну и аналогично на бесконечности. Видите, значит, аналогично на бесконечности. То есть, иначе говоря, траектория, значит, ну, как у нее какие-то всплески бывают, так? И вот типичные всплески – это вот такие. Но это не значит, что процесс не может подняться за этот всплеск. Он может подняться, но только со временем он как-то, ну, как бы относительно все меньше и меньше вылезает. Так? Вот, абсолютно он все равно может очень сильно вылезать вот за эту границу. Но вот это отношение говорит о том, что такое относительное вылезание за эту границу небольшое. А, значит, на бесконечности, ну, тоже, видите, получается, что он как-то вот так осциллирует, у него какой-то размах, и вот, вот типичный рост вот такой. Ну, вот у вас, наверное, в теории вероятности, может быть, там был, или без доказательств, такой факт упоминался. Если у вас есть последовательность независимых, стандартных гауссовских случайных величин, то для нее там тоже есть некое, с двойным логарифмом тоже есть некое соотношение, значит, вот, ну вот, так сказать, похожее, ну вот, похожее на, вот на эти формулы. Так, значит, и, значит, еще последнее, что, значит, я хотел привести тут про... сейчас, вот, кстати, сколько времени у нас еще есть? А, полчаса. А, слушайте, ну раз полчаса, то это я вам еще кое-что тогда про виновский процесс расскажу. Ну, значит, обратите внимание, это все, что я сейчас говорю, это, так сказать, в билеты не входит, но вещи полезные, ну, так сказать, к сведению. Значит, вот еще один класс процессов, который в последние годы в финансовой математике приобрел большую популярность. Это у нас будет задача. Но задача не очень банальная. Ну, сразу скажу, что, так сказать, свидетельство неполной банальности этой задачи то, что ее Колмогоров решил. Значит, задача вот какая. Значит, пусть дано число, значит, от нуля до ну, единицы включается. Тогда вот такая вот функция... Значит, вот такая вот функция странная. Значит, где, значит, ну, ST, ну, в R или в полу, значит, это габаритационная. Эволюционная функция гауссовского процесса. Значит, гауссского процесса. Так, и вот, этот, вот это число, значит, сейчас, только число я не туда поставил. Сейчас. Почему альфа-то? Что-то я, у меня стал смотреть, как в конспекте, а в конспекте не исправил тоже. H. Значит, число. Тут давайте будет H. Значит. Так, слушайте, вот надо мне исправить даже и в конспекте. Значит, вот это, значит, это гауссовский ну, процесс получается. И вот это число H, это индекс
индекс Хёрста. Так. Ну вот, если альфа, то есть если h, вот это никак я от него, значит, если h 1 вторая, то это винеровский процесс. Так. Значит, значит, как доказать, что есть такой процесс? Вот, значит, в 40-х годах Колмогоров написал небольшую заметку о кривых в гильбертовом пространстве. Так, значит, и идеи этой маленькой заметки, оказавшейся важной, нашли воплощение даже в их учебнике с Фоминым, элемент теории функций функционального анализа. Значит, в этом учебнике есть раздельчик маленький, написанный мелким шрифтом, вот это то, что написал Колмогоров по мотивам этой своей заметки. Значит, в этой заметке как раз показано, что такой процесс есть, но а как это показать? Точнее говоря, даже самого процесса там, в общем-то, и не обсуждалось. Это вот в последние годы он привлек внимание финансовой математики. Вот до этого как-то в основном винеровский процесс считался таким вот основным модельным. А вот последние там, пару десятилетий вот этот процесс, его еще называют процессом дробного броуновского движения, вот он, значит, приобрел какую-то популярность. Но что не очевидно? Значит, что не очевидно? Не очевидно, что эта функция двух переменных не отрицательно определенная. Так? Вот если вы начнете просто в лоб проверять, что она не отрицательно определенная, то я что-то сомневаюсь, что это увенчается успехом. Вот тут, значит, требуется проявить некую изобретательность и доказать, что вот эта функция не отрицательно определенная. Как доказывается, что она не отрицательно определенная? Значит, это доказывается так. Тут подбирается, подбирается кривая в гильбертовом пространстве. То есть никакая там не случайная, просто кривая в гильбертовом пространстве, значит, для которой... Ну вот, собственно, Колмогоров подобрал такую кривую в своей этой заметке, для которой выполнено вот такое вот равенство. Значит, после того, как подобрана кривая с такими свойствами, ну, ее можно явно подобрать, вот Колмогоров это сделал, то, значит, получается, что соответствующая функция не отрицательно определенная. То есть, как видите, никаких процессов нет. Подбирается кривая, из этого извлекается неотрицательная определенность функции, а потом из общей теоремы по ней получается гауссовский процесс. Так. Значит, этот процесс сейчас предмет там, изучения многих, во многих работах, ну и там, не только финансовой математики. В общем, довольно интересный оказался процесс. Так, теперь еще последнее, что я хотел сказать. Это тоже у нас в программу не входит, но к винеровскому процессу имеет отношение. И, значит, давайте это я в виде замечания, значит, оформлю. Значит, замечание. Для функции φ из L2 на 0t можно определить, значит, можно ввести стохастический интеграл Винера. Значит, и от φ. Он формально выглядит вот так. Так? Но это нельзя сделать с помощью обычного интеграла. Значит, но не интеграл Стилтьеса. Почему? Потому что вариация не ограничена.
так как вариация не ограничена. Вот по функциям ограниченной вариации можно там ввести, значит, в римановском стиле такой вот интеграл с Тилтьеса. Но здесь-то вариация не ограничена, и, значит, так не сделаешь. Значит, как это делается? Значит, как вводится такой стохастический интеграл? Значит, делается так. Если фи ступенчатая, так, ну, то есть она принимает, ну вот, давайте вот где-нибудь здесь я ее изображу. Значит, она до t1 была c1, потом стала до t2, значит, стала c2, ну и там и так далее. Значит, и таких конечное число, так, то тогда, значит, этот стохастический интеграл, он, значит, сдается явной формулой. Будет c1 на дубль vt1 плюс c2 на дубль vt2 минус дубль vt1, ну и плюс и так далее. Так? То есть он тогда, ну, действительно, как риммановский, там и риммано-стильтьеса суммы, значит, вот в таком, значит, точно стиле, да, значит, последнее будет cn там на wtn минус 1. Так. Значит, вот так, значит, он сдается. Значит, что про него можно сказать? Значит, это, значит, и от фи гауссовская случайная величина, ее средняя, значит, ее средняя 0. Так, значит, ее средняя 0. А ее дисперсия, она легко считается, потому что превращение независимой будет c1 на t1, c1 в квадрате на t1, плюс c2 в квадрате на t2 минус t1, ну и так далее. И чему же это равно? И это равно, очевидно, интегралу от фи в квадрате. Так, значит, поэтому возникает, значит, изометрия такая. Значит, видите, получается, что и значит, переходит в и от f, значит, отображение, значит, из L2, так, в L2 на омега, так, значит, линейная и сохраняет норму. Так. И, значит, можно продолжить на все L2 по непрерывности. Значит, продолжаем на все L2 по непрерывности. Значит, у нас задан непрерывный линейный оператор линейного подпространства всюду плотного, значит, из линейного подпространства всюду плотного в L2, значит, линейный оператор, значит, ну, из одного Гильбертова пространства в другое Гильбертово, он сначала определен не всюду, а на ступенчатых. Ступенчатые образуют всюду плотное линейное подпространство. На них он линеен и сохраняет норму, ну и, значит, скалярное произведение. И поэтому его по непрерывности можно продолжить на все L2. Ну и получится продолжение тоже. Получится линейный оператор, сохраняющий норму. Он задан на всем L2, но его образ не все L2P, а что? Пространство гауссовских случайных величин. Вот что получится. То есть образ, конечно, будет не все L2. Значит, вот это вот полезная конструкция. И, значит, в этой конструкции фи не случайно. А это, значит, эту конструкцию, ну, если будет время, в конце я про это скажу, когда будем говорить про марковские процессы. Если, значит, фи сделать случайным, то
то, ну, несколько более сложная возникает конструкция, но похожая, которая дает интеграл ита. Но вот здесь, в этой конструкции, это пока такая промежуточная, значит, цель достигнута, построен интеграл, вот видите, от неслучайных функций, но интеграл такой довольно неординарный, потому что, ну, превращения вот не являются независимыми. Значит, вот это вот, так сказать, это я изложил некие дополнительные вещи про винеровский процесс, которые полезно знать. Но, значит, в экзамен это не входит, а в экзамен что входит про винеровский процесс? Ну, вот его определение, так, и обоснование построения. Ну, вот одним из двух способов. Либо прямой проверки согласованности распределений конечномерных, либо вот как сегодня с помощью вот этого гауссовского критерия, преломленного для процессов с независимыми превращениями. Вот, ну, одним из этих двух способов, значит, нужно уметь объяснить, откуда взялся винеровский процесс. Так, теперь, значит, следующий сюжет – это некоторые базовые вещи, связанные с мартингалами и марковскими процессами. Значит, вот у нас, смотрите, прошли два конкретных процесса, пуассоновский и винеровский, которые надо знать. Значит, они представители, значит, большего класса процессов с независимыми превращениями. Винеровский еще вдобавок представитель гауссовских процессов, но пуассоновский, как вы догадываетесь, нет. Так? А еще два важных класса процессов – это мартингалы и марковские. А, ну вот, собственно, никаких других в нашем этом вводном курсе и не будет. Значит, вот дальше будет некий разговор, ну, довольно короткий, про мартингалы и про марковские процессы. Но чтобы этот разговор начать, нужно техническое понятие, условное матожидание. Так, потому что и мартингалы, и марковские процессы вводятся технически вот через понятие условного матожидания. То есть это опять такой небольшой кусочек такой смеси меры, теории меры с функциональным анализом. Так, сейчас, ну вот теперь еще раз, значит, сколько сейчас времени еще у нас есть? О, слушайте, ну это как раз, как говорил тот герой, успеем добежать до канадской границы. Так, значит, смотрите, значит, пусть... Значит, вот классика. Значит, пусть омега. Сейчас, только знаете что, давайте. Ну, конечно, какие буквы не важно, но давайте я сделаю все-таки, чтобы они были больше похожи на то, что в конспекте. Сейчас, да, только еще какая у меня буква для меры в конспекте. П. Ну, пусть P, я чуть было... Вот смотрите, какой был риск. Был риск написать вместо B A, а вместо P mu. Ну, как вы понимаете, разницы нет. Но только вот если на доске будет так, а в конспекте иначе, то кому-то может показаться, что это разные вещи. Но это одно и то же. Значит, теперь смотрите, значит, вот это вероятностное пространство. Так, и в нем, то есть не в нем, а вот еще дополнительно при нем, значит, есть под сигма-алгебра. Так. Значит, вот есть под сигма-алгебра. Давайте определение. Значит, пусть, значит, интегрируемая случайная величина. Так. Значит, условное матожидание или, для краткости, условное среднее. Я дальше, чтобы терминология была чуть короче, буду говорить условное среднее. Значит, условное среднее, значит, вот этой случайной величины си есть... А измеримая случайная величина, вот так мы ее будем обозначать, для которой, которая интегрируемая, значит, которая интегрируема,
значит, и для которой, значит, для которой верно вот такое тождество. Давайте я его здесь напишу. Значит, для всех, значит, а измеримых ограниченных случайных величин это. Ну или в терминах интегралов получается так, что интеграл от произведения есть. Вот что. Так. Значит, если кси лежит еще и в L2, ну что заранее не предполагается, то вот это случайная величина есть ортогональная проекция кси на замкнутое подпространство в L2, замкнутое подпространство, давайте мы его как-то обозначим, сейчас я только посмотрю, у меня в конспекте-то есть обозначение для него. Так, да, есть. Значит, замкнутое подпространство L2A, порожденное, значит, А измеримыми функциями. Так. Значит, смотрите, в L2 есть всякие функции. Некоторые из них А измеримые, а некоторые нет. Но вы еще спросите, а что значит, что функция в L2 аизмеримая? Ведь функция из L2 – это же не индивидуальные функции, так? А классы эквивалентных функций. Так? А поэтому точный смысл, вот порожденное, это вот что такое. Это вот что такое. То есть это, значит, такими элементами L2, которые имеют аизмеримую версию. Так. Значит, саму функцию измеримую можно исправить на множестве мер и ноль. И она перестанет быть измеримой относительно А. Но она измеримая относительно большой сигма алгебры бета останется, конечно. А вот измеримая относительно маленькой сигма алгебры, она уже не будет. Вот, так что вот точный смысл это вот эта более длинная фраза. Оно и понятно, потому что в этом случае, смотрите, что получается. Получается, что, значит, вот это соотношение можно записать так. Кси минус, значит, вот это среднее умножить на это, значит, это равно нулю для всех p, ну, для всех это ограниченных аизмеримых. То есть разность получается ортогональна в L2 всем ограниченным аизмеримым. Но ограниченные аизмеримые всюду плотны среди квадратично интегрируемых аизмеримых, потому что квадратично интегрируемую можно в L2 приближать ограниченными аизмеримыми.
Вот, поэтому, если так верно, значит, для ограниченных, то из этого тогда будет вытекать, что вот это же соотношение верно для всех, это уже вот из этого Гильбертова пространства. Ну, а это и значит, что этот вектор ортогонален Гильбертовому пространству. Но, а это значит, что вот это то, что мы вычли, было проекцией на это Гильбертово пространство. Значит, так получается доказательство существования условного среднего для квадратично интегрируемых. А откуда взять существование, если нет квадратичной интегрируемости? Так? А только есть просто обычная интегрируемость. Но это можно сделать двумя способами. Значит, это можно сделать двумя способами. Ну, кстати, вот еще, почему это буквой Е обозначено? Вроде ожидания нужно вроде как буквой О, что ли, обозначать. Но буквой О как-то не принято объекты обозначать, кроме редких исключений, там, типа ортогональных групп. Да? Но Е... Е – это от слова expectation, так? Значит, вот как раз получится, ну, одно из значений, значит, слова, значит, expectation как раз и есть ожидание, так? Так что тут согласуется. Ну, впрочем, у этого слова еще разные значения, потому что вот, если кто помнит, например, у английского классика есть, значит, роман «Great Expectations», который на русский, однако, переводится вовсе не как «Ожидания», а как «Большие надежды». Вот. Значит, вот у этого «Е», значит, есть какой-то мнемонический смысл. Но в нашей учебной литературе это условное среднее также часто обозначают буквы «М». Но буква «М», она вот пришла от математического ожидания, что вот это, так сказать, длинное, значит, как-то вот закодировать, но вот буквы М. Но буква М, ну, мне не кажется буквы М хорошим обозначением, и к тому же она уж очень, ну нетрадиционна для, значит, других языков. Поэтому вот буква Е мне кажется более уместной, уместным символом. А теперь, значит, если, давайте это я помечу, значит, если кси только в L1, но не L2, то можно применить теорему Радона-Никодима. Никодима, значит, из теории меры. Значит, смотрите, как можно применить эту теорему тут. Значит, пусть сначала... Ну, давайте я напишу. Значит, понятно, что это сводится к неотрицательным. Так. Значит, кси неотрицательное, интегрируемое. Так. Значит, берем меру ню, которая получается мерой из меры, ну, почему ню, ну, давайте q будет. Меру q берем, которая получается умножением вот этой интегрируемой функции на меру p на сигма алгебре A. Так, тогда эта мера получается абсолютно непрерывна относительно, ну, p тривиальным образом. Отсюда следует, что q есть интеграл от некой функции, вот когда мы берем множество из этого А. Ну и вот отсюда следует, что здесь можно взять в качестве условного среднего, можно взять вот эту ро. Значит, а ро, значит, ро, а измеримая функция. Так, то есть, видите, мы тут в этом определении забываем, что еще была, что вообще-то большая сигма алгебра B, она где-то там осталась в стороне,
А вот на этой маленькой, значит, применили теорему Радона-Никодима, получили, ну, вот такое равенство, ну, из него там вытекает то, что нужно. Вот. А, ну, и тогда общую раскладываем в разность, ну, и вот так делаем. Так, так что вот такой способ возможен. Но еще можно... так, ну, сейчас вот уже, кажется, надо закончить, да? Все, значит, ну, значит, смотрите, в следующий раз значит, будет короткое резюме свойств, ну, ну, с какими-то пояснениями, конечно, свойств условного среднего, потому что это довольно примечательный объект, такой довольно интересный функционально-аналитический в вероятностном отношении. И дальше это условное среднее будет фигурировать вот в двух оставшихся определениях. Значит, у нас еще будут два определения – мартингалов и марковских процессов. Так. Ну и вот, значит, следующие разы будем, значит, постараться, значит, энергично эти два класса обсудить. А самый-самый конец, но когда будет самый конец, это мы решим и посмотрим, будут решены там две конкретные задачи, ну такие вот из старой-старой вероятностной классики, которые вот с помощью всякой вот этой, ну, технологии более современной, ну как-то решаются, ну, легче, чем вот когда-то они были решены 100 лет назад классиками. И, значит, вот смотрите, у нас в марте еще, значит, в марте у нас еще два раза, по-моему, да? Сейчас, вот сегодня какое число? Сегодня 15-е, 22-е, 29-е. Два раза в марте у нас, так, встречи. А в апреле, я не помню, то ли 4, то ли 5 раз, так? А, ну и вот цель к маю закончить, так? Ну, посмотрим, как это удастся, потому что формально там у вас еще какие-то майские есть дни, но они какие-то уж очень неподходящие для лекций. Ну, как-то у меня, так сказать, у меня большое искушение, вот, как сказать, говоря по-армейски, сделать их днями самоподготовки. Так, все, значит, давайте на этом закончим.